Ну что, всех приветствую на канале. Такой вот сегодня необычный будет выпуск, потому что, ну, помимо турнира, третий день, у нас еще будет призыв, скорее всего. Накопил я 300 алмазов, не донатил. И вот будем сегодня попробуем. Будем попробуем, да, кого-нибудь довыбить из ниндзя. Потому что у меня вообще никого нету. То есть у меня есть из всех. С 5 сезона, с 3-го, с 4-го персонажа, а вот из героев башни ниндзя никого нет. Поэтому смысла писать отдельного нету. Ну, шотс. А в рамках вот этого турнира вероятность 95%, что я, наверное, вылечу. Поэтому видео будет недолгим. Увидим, как что. Значит, берем команду, пачку. Ставим. Или лучше... Даже не знаю, как лучше поступить. Может, классического оставить. Сильнее будет. Еще и на эмблемах 20-х. Поехали. Ну это все. Это можно сказать, что вылет. Владычица нам тут просто ничего не даст сделать. Если мы ее не снесли сходу, то это все, скорее всего. Все, последний шанс. Не, не вылетел. Красный не вылетел, Жан здесь. Бьет, здесь ультует. Ну и все. Давайте рискнем. Может, все-таки еще пробьем. Так, он же бьет. Эх, тут риск-то не оправдан. Собака, ничего себе накусает. По 700. По 7 соток? Вы чё? С дуба рухнули. Это что делает? ХП хилит. Чем вот эти мечи плохи? Что? Они срезают ману. Очень так мощно. И в принципе шансов нам не оставляют. Ладно, у меня птицы здесь вылупились. Давайте подсрежем. Моя не догорает. Может быть, кстати, еще получится сейчас. Да, если Жан отлетел. Нет, все, выиграно. Что-то я в одно мгновение понял, что ничего здесь нам не светит. Так, ну здесь зелень. Ну, вот таким вот пойдем. Ну что, продолжаем. В спокойной обстановке. В тишине. Записывать. Кинем вот здесь. Раз. Ну что, снесем его? Сколько у него? 512 осталось. Капец. 112 многовато. Так, вот сдвинем вот так. Там под комбо зелень не зашло. Здесь есть шанс вот так одним камнем. Блин, что такое? Не хватает.
кидаем здесь, сносим его, защищаем. Раз. Давай дедом прожимаем. Мимо. Только дед уклонился, капец. То есть из всех. Только этот дед. Так, в принципе, смотри. Сейчас, если кинем здесь, зеленуха придет. Пришла. Ну все, добиваем. Раз. Сколько? Выиграли. Второй бой. Очень на тоненького. Далее. Красная моно. Поехали. Все по традиции. Не, я все-таки ставлю по центру, хотя она бьет и по бокам. Меняем. Поехали. Ставлю на нее быстрее. Так, надо подумать. По идее, надо здесь красный искать. Ну, это по идее. Все, идея у меня сработала. Так, забираем вот эту сторону. Или не, лучше Янмая взять. Лучше взять Янмая. Здесь мосвики. Ну, красный есть. Все, победа за нами. Победа за нами. Догорает 266. Нет, наверное, не догорит. 75. Ну вот эти птицы, давайте добить ее. Ой, блин. Она еще и лупит. А. Хорош. Не, люблю такие бои. 5 зеленые ставим. Классно, классно идут бои. 15-й деду. Может, деду 5-й поставить? Поставим кого-то сюда на урон, туда на силу. Так, что видим? Есть. 1200. Ну, камень по 400 есть. Дал. Ну, и здесь тоже по 400 дай. 100. 108. Смотрим, сколько сейчас дает. Фрейм. Усиление от деда можно еще поставить. В принципе-то... Птица. Не, ну здесь тоже должно выиграть, потому что что? Тут желтые, зеленые. Через птицу. Давай вот так сделаем. Блин, надо же. Перетасовалась поляна, потому что действительно ходов особо нету. 1000. Ладно, снимаем.
чем проблема здесь? Я не понимаю. Ну давай вот так сделаем. Все какие-то странные ребята. Раз, два. Ну, промах. Блин, дед. Тоже мне. Здесь птицы, чувствую, будут очень сильно бить. Давай, добивай ее. Бонус мира. Ну что, все? Последний этап, топ-5. Вот она, фиолетовая. Центровина. Идем таким же составом. Что по зелени? Не очень. Да. Не очень. Ситуация отнюдь не зеленая. Ну, что делать? Только вот таким вот образом поступать. Ну, видите, он зарядился, получается, после. После уже дед, к сожалению, пал в бою. Так, кого бы забрать? Давай здесь жахнем. Одного-то забрали, а что дальше? Дальше рассчитывать на промахи. Ой, там селедка. Селедка. Сопротивление. Давай мимо. Так, насколько она отхилит? Блин, много. Сейчас будем пробовать зеленушечку вывести сюда. Да, вывел. Эскимо. Так, так. Ну-ка, зелень. Есть. Все, сейчас выиграем. Давай. Нафиг оно мне надо. Проигрывать. Хотя от ожогов там все уходят нехило. Блин. Это я упустил. Он же точно он такие ожоги делает. Ну ладно. Че, третий день вылетать. Не стрёмно. Ну и как и обещал. Кто досмотрел до конца, увидит сейчас призыв. Сначала разгрузимся. Не спешим. Гунар. Хорошо. Не спешим. Шаджи. Ну и кого-нибудь нам здесь. Дайте. Можно ГМа? Можно. Не. Не дали. Я не спешил, специально смотрел все это без пропусков. Кара нам не выпал. Ну и ладно, бог с ним. Не самый топовый герой. Будем дальше. Расти, тащить, искать. Ну на этом все. Всем спасибо и пока-пока.